Всем привет, друзья, с вами Киллер, и сегодня мы порассуждаем об Outlast 2. Инфы об этой игре нарыл маловато и брал все в основном из официальных источников, но не попытался брать банальщину, а вы пока что, ребята, посмотрите перевод нового тизера. Children, you lovers of God and ring-straight defenders of his paradise. All our years of suffering come together now in this glorious day of peace. Peace! Even in the corrupt and filthy tongue of the Romans in the Puritan city. On the fourth month and 22nd day of the 16th year of the third millennium, our reckoning begins. The spider-eyed lamb waits at the harlot's breach, hungry for this world. Ready your knives, for the good earth thirsts for blood, and we, like the angels, must show no mercy. God loves you. Разработчики якобы нам намекли, что что-то будет 22 апреля. И я все-таки не думаю, что выйдет именно игра. Лишь только трейлер или, в крайнем случае, демо-версия игры. А некоторые прямо уж думают, что выйдет игра. Ну, я думаю, не будет ничего такого. Вторая часть будет давить на религию, то есть иметь религиозный подтекст. Так заявился основатель студии Филипп Морин. Также понятно по тизерам, особенно по первому. И, ребята, к сожалению, мы не увидим наш любимый Mount Massive, как заявили красные бочки. Но будут различные отсылки к первой части. Ну а я, как и вы, надеюсь увидеть Майлза в облике Волрайдера. И еще один момент, ребята, посмотрите на этот тизер. На этом тизере изображена девушка. Почему девушка? Если в первой части вообще не было ни одного персонажа женского пола. Скорее всего, нас будет нападать всякие бабенки и хреначить нас. А, ну да ладно, я чуть переигрываю, ребята. А мы пока что с вами будем ждать нашу игру, ребята. На этом все. Всем пока.